начались определенные шевеления по уголовным делам здесь, в Молдавии. Ну, как, например, есть там известный мошенник, там Сергей Чубанов такой, которого при Плохотнюке прокуроры использовали как первым заявителем для того, чтобы тот написал, что усатый купил у киллера показания против Плохотнюка там, и так далее. И этого же человека сейчас использовали. Пару недель назад он написал заявление, что я через группу строителей в Бухаресте готовлю его ликвидацию. И это все там за семью замками прячется сегодня в МВД. У нас есть исполняющий обязанности прокурора РОБУ, который запросил мои дела к себе и сидит по вечерам тщательно их с кем-то там изучает и шушукается.